В Глубоковском районе прошла экологическая акция «Чистый берег». Десятки активистов, волонтеров и местных жителей приняли участие в работах по очистке от мусора популярного места отдыха в поселке Белоусовка. Республиканская экологическая акция «ТСА Казахстан» активно продолжается во всех регионах страны и уже стала настоящим эко-челленджем. Сегодня в поселке Белоусовка проходит акция «ТСА Казахстан». В рамках этой акции мы решили провести акцию «Чистый берег». Эта акция у нас в поселке проходит уже именно здесь, на берегу нашего водохранилища, третий раз. Сегодня мы планируем провести уборку прилегающей прибрежной зоны озера. Призываю всех принять активное участие в данных акциях, чтобы поддерживать наше экологическое состояние наших населенных пунктов всегда в чистоте. В акции принимают активное участие жители разного возраста. Акция проводится в нашем самом живописнейшем месте нашего поселка, любимом для отдыха всех возрастов. Нам бы хотелось привлекать к этой акции еще больше активных людей, неравнодушных к своему поселку, чтобы он становился чище, чтобы он становился краше, и не только наш поселок. Пусть это будет и наш район, и наша область, и наша замечательная республика. Уборка территории в рамках экологической акции «Чистый берег», которая проходит под эгидой партии «Аманат», осуществляется по заранее составленному графику. Это наша 13-я неделя. Каждую неделю в регионе в акции принимают участие более 1000 человек. Параллельно проводятся работы по благоустройству территории. В этот раз в акции «Чистый берег» в поселке Белоусовка приняли участие более 60 человек, желающих внести свою лепту в благоустройство района.